Как выстроен учебный процесс в вашей школе? Сколько дней? Есть ли практика? В данный момент формат – это такой компакт-курс, такой интенсив, четырехдневный. Вероятно, мы будем в ближайшее время его немножко расширять, потому что уже тесновато, очень много материала постоянно с каждым месяцем прибывает и техники, и какие-то открытия. Мы постараемся все в эту школу включить, но уже в рамках 4 дней этот тулупчик тесноват, честно скажем. 4 дня что из себя представляют? Безусловно, это тренинг, это не семинар, это тренинг, это теорию читаем, тут же это на практике, на опыте испытываем, проверяем, как оно нам ложится, не ложится. Какие-то ошибки совершаем, куда же без них, да? И первые 2 дня, первый модуль, это такие, ну, технологическая основа, то есть мы учимся вообще сами себя вводить в правильное состояние, вводить в правильное состояние нашего клиента, правильно учим новому русскому языку, учим правильно говорить с клиентом, чтобы клиент погружался в эту медитацию, да, и, естественно, мы практикуем все это время. Второй модуль, последующие 2 дня, они как раз уже когда мы уже знаем, как нам человека ввести в измененное состояние сознания, как там удержать, как углубить это состояние, если необходимо, как грамотно, экологично и, главное, безопасно вывести человека из этого состояния. Дальше встает вопрос, ну хорошо, мы человека в измененное состояние сознания ввели, а дальше-то чего делать? И вот вторые 2 дня, они как раз посвящены именно тому, а что же делать в этих состояниях, куда пойти, в каких пространствах какие вопросы можно решить, квантовое исцеление, не квантовое исцеление, посещение духовной группы, отселение, в конце концов, каких-то странных ребят, которые в вашем теремочке живут на халяву, да, решение задач с родными и близкими, суть заключенных между вами контрактов, ну, то есть все многообразие запросов, которые у вас может возникнуть, мы вот стараемся обучить этому. И самое главное, что не просто технику дать. Технику дать, это, знаете, для этого много ума не надо. Просто дать методичку, сказать, вот по скрипту читайте, и все будет хорошо. Моя задача — научить слушателей глубинному фундаментальному пониманию основ. Так, чтобы, столкнувшись с чем-то непонятным, ученики могли самостоятельно провести анализ, выработать стратегию, решение и, в общем-то, решить любую возникшую на их пути проблему.